всем на канале Рыжий Утенок. Сегодня мы едем в аквапарк купаться. Скоро нас будет автобус. Мы ждем автобус бесплатный до аквапарка. Вот он подъехал, автобус бесплатный. Вот до станции вот аквапарка. Скоро будем купаться. Да, аквапарк совсем недолго, он находится в нашем городе. Опа-на! Ну что, Анютка, грузимся? Да. Ты готова ехать купаться? Да. Лиза, ты готова ехать в аквапарк купаться? Да. Приехали в аквапарк. Аквапарк новый, видно, что недостроено что-то, да, Анютка? Да. Такой вот красоты еще не до конца довели. Давай, вон, покажем. Такой большой, новый аквапарк. Здесь стоянка. С ремонтными работами. Пошли. Лиза! Пришли в аквапарк. Дали нам вот такие браслетики. Мы будем на них записывать все наши расходы. Так. Ну что, пошли переодеваться? Анют, покажи, что тебе на ручки поставили. Вот. И браслетик. И браслетик один. Так, Лиза тоже разувается. Мама, смотри. Давай, не бойся. И опа! Опа! Так, какой-то гид кашалот. Так, Лиза. Поднимается по лесенкам. Не пойдешь? Пойдем с горочки прокатимся. С горочки, Лиз. Вот горочка. Смотри, здесь горочка есть. Такие арки с водичкой брызжущейся. Еще одна горочка есть. Едет немножко. А здесь у нас наверху вон большое ведро, оно наполняется водой. А потом на всех как обрызгивается. И все мокрые. Опа! Так, где-то там Анютка. Привет! Чуть ведро на тебя не пролилось? Не ведро. Ой, это здорово. Смотри, сейчас лежу. А там видели, какой душ? Ведро. Анютка пошла на желтую горку. Сейчас Анютка поедет на желтой горке. Да, дайте шмётку нам. Лиза, Лиза. А где плюшка? Сейчас возьмем. Смотрите сверху. Аквапарк с высоты птичьего полета.
музыка идет. Сейчас Анютка поедет на горке. Нормально? Пока-пока! Очакваме ви на сцената до ресторанта. А домой пришел к тебе, Аня, тоже покушать решил. Да как зовут? Аня. Я Маша. Не трогай его, дождись. Да, пошел. Богомол альбинос. Прикольный, Аня? Прикольный. Здесь такие большие уже гости, да? Для детей постарше. Сейчас пойдем. Лиза, уходи, уходи оттуда. Убегай, убегай, убегай. Пойдем покатаемся с горок. Вот, смотрите, я не могу купаться. Ходи на синюю. На синюю пойдешь? Да. Иди на синюю, мы тебя внизу подождем. Беги, беги. Пойдем Анютку встречать на синюю горку. Анютка, давай. Пойдем с Лизой на этот бой. Привет! Ты что, на всех прокатилась здесь? Клево! А пойдем вот на эти сходим, Ань. На эту? Да, эти пойдем. Ah!
горку. Она еще с нее не скатывалась. Но так вся тело здесь скатилось уже. Уже ноги не передвигают, Аня, да, только ползком. Да. Действительно, горка очень большая, крутая. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Рыжий Утенок. Всем пока! Пока! Пока.